Итак, всем привет, дорогие друзья! С вами я, Денчик. Сегодня буду снимать видео Grand Theft Auto 4. Эпизод Liberty City. Я пока поиграю за второго человека. За Нигера. Эта игра очень интересная, очень хорошая графика. Классные тачки, классные миссии, выполняемые миссии. Как бы очень интересная игра. Это двух персонажей сразу играете. Это особенно классно. Вот как бы сейчас я вам все на карте покажу и расскажу. Я отключил уже звук. Вот видите, интересная графика такая. Я тут прокачал себе уже, прочитерил деньги. У меня 1 миллион денег. Оружие. Пошел вон. Иди, пересрался от страху. Прочитерил. У меня есть чит, чтобы за мной менты не гонялись. Есть чит, чтобы... прокачать деньги, здоровье и броню. Так. Сейчас я вам покажу бойцовский клуб Baby Spiral. Один раунд подерусь и больше не буду. Так, заезжаем. Вот у меня такой крутой. Ладно. Пробил. Первый раунд начался. Ну что, давай наблюдай. Видал какой? Видали, пацаны, какой он качок? Думаю, самый крутой. Давайте отойдем. Не заходите вон туда вот. Потому что исключат из боя, и вы автоматически проиграете. Ну, вот остался последний игрок. О, вот этот меня пидор бесит. Всегда махается хорошо. Но я знаю его слабость. Вот он, бой окончен. Я выхожу. Тут также можно болеть за игроков. Тут есть стрип-клубы, я уже открыл, когда миссии проходил. Сейчас вам покажу. Вот клуб для женщин. То есть, где стриптиз танцуют мужчины. Тут где-то еще клуб был. Тут мой клуб. Вот это миссии. Давайте-ка съездим в гольф. В гольф. Сейчас главное хорошую тачку найти. Не такую тачку. Выходи из машины, слышь, девчонка. Да, пропеллер у этой машины не самый лучший. Но мне больше ты не нужен. Да, я сяду. Сейчас мы уберем ментов. Они нам нахрен не нужны. Оха, смотрите, шина проколота, все гадство. И хреново ездит машинка. Смотрите, сейчас нам бы другую тачку. А я ее и нашел. Это очень хреновая машина. Вот она хорошая. О, не надо. Вот она. Вот она самая лучшая машина. Это байк.
Очень нравится байка. Ого, вы видали? Вы видали, там люди стояли, их вот так взять и... меня чуть не сбили, вообще совсем охренели. Ну вот мы в гольф едем. Я тут, знаете, видел одну машину, Феррари, Бугатти видел машинки. Это ж, это такой разгон, я вам, честное слово, вот такой. Ну вот мы едем. Давай, давай, гони, 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 гони. Вот. Как бы приехали. Можно сказать, почти вот он, да. Гольф-клуб. Девчонка какая-то бегает. Опа-на. Широкообразный мальчик. Так, я достиг места назначения. Ухожу. Всех расстреляю, понятно? Да, я хочу сыграть в гольф. Если честно, играю я в гольф первый раз. После того, как открыл миссию. Так, а я не понял. Вот сюда, да, нужно бить? Да. И с каким-то чувачком. Счет 2. Да, выиграл он меня, конечно. Порвал. Блин, чуть-чуть. Чуть-чуть, возможно. Чуть-чуть вот перебросил. А, нет. Как раз, знаете, 3 миллиметра. Нормально. Счет 10. Посмотрим, как он кинет. У-ху. Рики-тики-тави. Мешок-то. Лузер, лузер. Теперь я, конечно, понял, как играть тут вот этот гольф. Давайте-ка еще раз по шару заедем. На, прямо призовые очки, 5 очков. Это был последний удар, походу. Посмотрим, как у него будет счет. Еще тот лох. Да. Конечно, ты когда-то выигрывал. Наш общий счет. Он тысяч соперника. Осталось 7 ударов. Что-то как-то я сильно не вижу. Да нормально пойдет. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, 4 счета. Ну ладно. Это уже мне играть неохота. Я хочу выйти. Ой, заглючила. Ну вот как-то все, дорогие друзья. С вами я был Денчик. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите в комментариях. В общем, пока.